Новый способ оплаты питания ввели в нескольких учебных заведениях Люберец в рамках пилотного проекта. Школьный обед оплачивается именно пластиковой картой. Как оценили новую систему ученики инженерно-технологического лицея, расскажем в нашем сюжете. Здравствуйте, извините, пожалуйста, булочку. Прикладывай карту. Теперь у школьников, как у взрослых, свои пластиковые карты. По ним ребята заходят в школу через пропускную систему и оплачивают обеды и еду в буфете. Если у ребенка есть льготы, вся информация также записывается на карту. Это такие классные карточки. Я думаю, они мне пригодятся. Я буду просить маму положить туда деньги и буду покупать в столовой. Сегодня попробовал, мне очень понравилось. Это удобно, так как нам не нужно с собой таскать мелочь и наличные деньги. Много преимуществ и для родителей. Мама и папа отслеживают питание детей через личный кабинет, где видят, что ел их ребенок и сколько заплатил. Пополнить баланс карты можно удаленно через веб-кабинет, либо в школьных терминалах. Я думаю, в перспективе мы подобными терминалами, подобными карточками, такими счетами через карточку, это распространим на все остальные школы, потому что это очень удобно. Пока такая система оплаты введена в 4 учебных заведениях Люберец, в 28-й и 54-й школах, в 56-й гимназии и в инженерно-технологическом лицее. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.